1 октября – Международный день музыки. Колыбельная, свадебный марш или эстрадный хит. Музыка есть в жизни каждого человека. Как мелодия, пение и игра на инструментах влияют на самочувствие и здоровье человека? Наша съемочная группа приобщилась к прекрасному на уроке академического вокала. Евгений Саулин – мастер спорта по тяжелой атлетике, штангист и оперный певец. Сейчас он преподает в детской музыкальной школе номер 2. Спортивное прошлое помогает Евгению в музыкальном настоящем. Ведь связь физической подготовки и академического вокала прямая. Когда ты закончил академию физкультурную, естественно, это очень помогло разобраться в физиологии вокала. При пении не только идет продувание всего организма за счет вентиляции легких, идет работа диафрагмы, работа мышечная пресса. Вокал – это не только искусство, но и профилактика простудных заболеваний. Дыхательные пути очищаются, а легкие у певцов более развиты. Для этого нужно регулярно выполнять вокальные упражнения. Одни из них – шарик и вакуум. Вот вакуум. Дыхание. Полный вдох, полный выдох, втягивание живота. Очень хорошо помогает. Это укрепляет постуральные мышцы. Постуральные мышцы – это внутренние мышцы организма нашего. Лежа на кровати. Проснулись? И вот лучше всего сделать от 15 до 20 повторений вот таких. Медицинский шарик, всем советую это упражнение. Сдувать, надувать его, сдувать. Дыхательная гимнастика насыщает кровь кислородом. По этой же причине вокалисты выглядят моложе и живут дольше. Музыка влияет и на эмоциональное состояние человека. Грустная или веселая мелодия с утра задают настроение нашему дню. Музыка спасает. Просто момент такой, это такой антидепрессант. Начинаешь вот здесь петь, кого-то распевать, а тем более, если вдруг ты понимаешь, что ты видишь результат своей работы в ребенке. На примере своих учеников Евгений Саулин наблюдает, как музыка влияет на организм. Мария Ященко вокалом занимается 8 лет. За это время она прекрасно натренировала память. Ведь иногда приходится заучивать крупные музыкальные произведения. Я так думаю, но учителя тоже мне говорили, то, что у меня хорошая память, то, что я быстро учу стихи, рассказываю их с выражением. На самом деле музыка имеет огромное влияние на организм человека и на его жизнь в целом. Пение, игра на музыкальных инструментах или прослушивание мелодии только улучшают самочувствие человека. Это подтверждают как опытные, так и начинающие музыканты. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.